Ну что, ребят, продолжаем трешечок на английском. Говорю на английском, на тайванском сервере обновление. Поехали, сделаем обзорчик на новую локацию. Потом я выбью вам нового героя, покажу его. В общем, новая локация имеет, как видите, вход с ПХ, либо, ну, где у нас командные локации. То есть вот есть пустошь Хаоса. Отсюда вход здесь вроде как бы попроще. Вторая у нас, насколько я понял, это идут, там где у нас адский саммит, более сложная. Сейчас разберемся. Если тут тоже вход есть, что с одной, что с другой, странно. Ладно, смотрим плюхи, давайте так, с пустоши Хаоса посмотрим. Вот и награды ящиков. Первый ящик. Можно получить 9-ю эмблему. Очень неплохо. И посмотрите, плюхи какие. Но у нас есть две попытки всего. 9-я рунка. Точнее, не эмблему, руну. Ну, неплохо. Это если максимальный, получается в 2 раза больше. Тут у нас 25. Ну, неплохо. И получите 10 камней гарантированно, если вы пройдете. Поехали. Посмотрим на второй вариант. Тут то же самое, значит. Так, ну тут герои, видите, какие. То есть я так понял, эти герои будут призваны. Сейчас мы посмотрим. Ну-ка, еще разок. Отсюда у нас получается эти герои. И отсюда те же самые герои. Призрачный всадник, ой, РТшка, я вечно их путаю, ворожей и крон. А тут у нас получается одержимый, медузка. А какие плюхи, награды? О, здесь вот, здесь пожестче, здесь покруче плюхи идут. Конечно, лучше фармить эту. Давайте создадим команду. Так, создали. Давайте героя выберем. Что тут у нас есть? Свален есть. Я, кстати, зефирку, по-моему, здесь так и не вытащил. Охника поставим. Осмо. Это все герои для архидемона собраны. Ну, нам самое основное посмотреть на локацию. Что она из себя представляет. Такс. Ледяшку возьмем. И ворожей нам нужен для отхила. И ворожей вот такой вот для отхила. Так, это у меня начался обзорчик. Так, окей, отлично. Есть. Такой вот выбор. Я не знаю, был он раньше, не было. Что-то мы сделали, мы убрали все. Блин, вот ну бас я. Давайте сначала. Так, раз, два. Я таким составом пойду. Я думаю, может, затащим. Если не затащим, это, конечно, жесть. Но здесь посерьезнее. Ну, в общем, для бездона, я считаю, это очень круто. Не знаю, как откатываются эти попытки, посмотрим. Раз в сутки или как, ну, это реально плюс. Так, кого мы там хотели? Может, Фрейю поставить? Давайте космо, наверное, уберем. Вместо космо кинем ворожая сюда. А, ворожей у нас есть. Ну-ка, что у нас там по команде? Тыква, космо, огник. Нормально, думаю. Окей. Так, ну что, поехали. Посмотрим. Вот, можно одному бегать, а можно бегать, присоединиться к команде. Ну, я не знаю, есть сейчас кто-то здесь, нету никого. Видите, я не могу побегать с кем-то. Две попытки у нас всего лишь есть. Давайте одно попробуем соло. Поехали. Посмотрим.
что это за локация, что она дает. Но плюхи реально топовые. Реку мою, наверное, сейчас ушатают. Так, смотрим. О, лазули пошли 180-е. Ну, в принципе, не столь страшны. Но здания мои развалили на раз-два просто. Огник, Некрос, Бигфут. Да ладно, это, короче, жесть. Надо будет нормальную пачку строить. Так, что у нас есть? Камешки на прорывы. Блин, ну самое основное это здесь девятка, конечно. Десятка даже. Девятка, говорю. Десятая. Ну, шанс есть. Я не знаю, как бездоном тут фармить, конечно же, но... А ну какие награды на четвертом? А, мы не можем их видеть. Надо пройти предыдущие этапы. Так, и что в итоге мы имеем? В итоге мы имеем, потеряли одну попытку там, да, получается. Да, ну попытку мы израсходовали, и мы уже тут не сможем ничего сделать. То есть две попытки там, две попытки там дается. Отлично. А, пробуем, значит, здесь. Давайте создадим команду. В общем, она командная. То есть надо собирать нормальную пачку и фармить. С друзьями в топовых пачках по-другому, ребят, не получится. Так, присоединиться к команде. Ну что, тут есть? Да, тут есть народ наконец-то. Сейчас посмотрим. Непонятно вообще, что где будет. Так, запарили. Две попытки всего есть. Чего вы бегаете? Стану где-то здесь. А блин, что вы делаете? Ну, басики, давайте надо затащить. Никто не хочет бегать против с простыми эволюциями, с обычным народом. Нормально, все с Врайми, блин, и один с космо бегает. Это ну бас. Ладно, надеюсь, мы хоть сейчас запустимся, посмотрим. Так, вижу демонов. В общем, надо тыковки однозначно. Вижу кучу героев. Но мы их затащим, думаю, без проблем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, ребятушки, пять демонов надо убить. То есть здесь надо офигенная ускорялка и по максимуму героев на ДПС, то есть даже не их больше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 получается. Даже не 12, 8, 11. 11 демонов, да ну нафиг. Давайте ускорялку. Я не знаю, по времени это, наверное, Unreal какой-то убить. Здесь надо максимум стрелков, максимум всех, кто может наносить стрелки, фреи. В общем, такого плана героя, потому что это Unreal. Ограничение у них 80 тысяч. Скорее всего, даже надо будет, наверное, с разных сторон вставать. Ну, посмотрите, мы их просто не убиваем. Это просто локация, по ходу, где ты нифига не сможешь сделать. Я не знаю, как их убивать. Они бьются очень медленно. Времени просто тупо не хватает. Что за фигня, IDG? Что вы сделали? Я все, конечно, понимаю, но, блин, у нас времени не хватает. Как их бить? Вот реально, давайте убираем отсюда нафиг ворожея. Ставим сюда стрелка. Здесь надо, наверное, героев брать, тех, которых на архидемона. Других вариантов я пока не вижу. Ай, убрал всех. Делаем вот так. Ставим сюда ведьму, ставим сюда ледяху, ставим сюда тыкву. И все. Больше места у меня нет. Вот так вот. Поехали присоединиться. Попробуем на разных сторонах бить сразу, чтобы уже по максимуму выбивать. Ну, не факт. Тут, наверное, надо будет каждый в своей стороне, чтобы стоял. Ну, все, тут просто посливали. Нету отхила, нету реса. Не, рес есть. Тыковка, интересно, восстановится или нет моя. Ну вот сейчас мы побыстрее идем вроде как бы. Но мы на ускорялке опять.
В центре три демона, ребят. Три. Это просто жесть. Как их бить, непонятно. По времени Unreal, я сразу говорю, то есть здесь надо будет топовые прокачки, топовые герои, которые будут на максимальный ДПС. То есть урон. 25 секунд мы убили, ну вот, давайте так, не ускорение, убрали ускорение, отлично. Наверное, надо будет все-таки бежать на центрального демона и зацеплять остальных, я даже не знаю. Это просто Unreal какой-то. Короче, жесть. Все, что я могу вам сказать. Пишите в общем комменты, что вы думаете по этому поводу. Я не знаю, зачем здесь вот эти герои. Возможно, они наносят какой-то дополнительный, или их можно получить. Пока неизвестно. Но убить Unreal, я не знаю. Убить реально сложно. Поэтому вот так вот. Все, ставьте лайки, ждите обзора с героем. Всем удачи, всем пока.